Продолжаем движение. Москва, Кемерово, 10 серия. Территориально находимся сейчас Саткинский район, город Садка. С левой стороны по ходу движения, ну примерно в 2-3 километрах, находится Малосадкинское водохранилище. С правой стороны, чуть дальше, через километр, наверное, может быть, будет видно, река Черная. Река Черная. Гористая местность, спуски, подъемы. Вот это и есть перевал через Уральские горы. Место невероятно красивое. Ну зачем я так говорю? Вообще по России столько, такое количество невероятно красивых мест, что даже все и не припомнишь. Видео ускорил в 3 раза, но это информация для тех, кто собирается в поездку по этому маршруту и его интересует состояние дорожного полотна, инфраструктура, ну и все, что встречается на трассе. Наберитесь терпения немного. На втором аккаунте, закончив Мурманск, Вологда, Москва, сразу начну размещать видео в реальном времени, с реальным звуком. Я думаю, там будет в этом плане для просмотра интересней. Уже после того, как будет размещено видео. Размещены все видео о трассах. Начну размещать на втором аккаунте. На втором аккаунте «Россия из окна поезда» от Кемерово до Москвы. В светлое время суток. Проехали поворот на Большая Запань. Вот поселок, по всей вероятности. Слева по ходу движения за деревьями река называется Первая. Приближаемся к поселку Березовый мост. Название развилка. Работает радар-детектор. Впереди мобильный пост ППС контроля разметки. Ограничение 90. Настоятельно рекомендую придерживаться скоростного режима. Вообще перевал через Уральские горы довольно сложный участок. Но бывалые водители знают об этом.
Ну, вот сейчас будет развилка на Березовый мост. Мы уходим вправо. Мы принимаем правую сторону. Полотно дороги наблюдаете сами. Разбить еще не успели. Ну, я думаю, развилку вы заметили. Березовый мост. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 90. Вот контроль средней скорости. Ну, я знаю, вы и без меня знаете, что это... Идет фотографирование, фотосъемка автомобиля в начале и в конце, и вычисляется средняя скорость. И если она превышает допустимую, то ждите письмо счастья. Ну, впереди будет ручей Малый Бердяуш. Ну и ничего больше такого примечательного на трассе, я имею в виду населенные пункты. По карте пока не наблюдаю. Далее с правой стороны по ходу поселок Южный. Ну а за ним развилка, значит, если взять влево, то населенный пункт Тайнак. Мы примем вправо, правее. Вот там мост через реку Каменка. Ну вот в полном видео там можно будет слышать мой комментарий. Кому интересно, потом послушайте. Данное видео ускоренное в 3 раза, и комментарий, ну, не оригинальный. Ну вот я сейчас услышал свои... Впереди плохая дорога. Ограничение 70. Свой комментарий. На этом участке находится психоневрологическая больница. Ну, душевно больные люди. Так, сегодня 20 сентября 2017 года. В течение 3 дней, 20, 21 и 22, в России наступает 7526-е новолетие от сотворения мира в Звездном храме. Пользуясь случаем, поздравляю всех славян с новым летом.
связи с новолетием я получил послание, сообщение, поздравление от Евгения Федорова. Это депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Который сейчас зачитаю. Так, еще найти надо, где это. Так, славянская группа при национальном освободительном движении, которое возглавляет Евгений Федоров, вот от Государственной Думы, написал: начало нового лета, новолетие, осеннее равноденствие. В праздник новолетия с каждым ударом большого колокола человеку дается возможность избавиться от одного греха. Большой колокол бьет в этот праздник ровно 108 раз. И в течение первого месяца нового лета человек, совершивший неблаговидные поступки, должен исправить сложившееся положение. Сам праздник Новый год считается на Руси самым молодым праздником. Этот праздник своим указом ввел Петр I в 1700 году. Почему же все-таки лето, а не год? Наши предки всегда старались жить в гармонии с природой. Лето обозначало на Руси полный оборот земли вокруг солнца. Лето состояло из трех времен. Это зима, весна, осень. Каждое время состояло из трех месяцев, а всего их было 9. Да, кстати, неделя тоже была 9-дневная, а в месяце было 40 или 41 день. Праздник новолетия проходит с 21 по 23 сентября. В эти дни происходит осеннее равноденствие, то есть день и ночь имеют равное время в сутках. Ну вот, так. Не могу найти. Ну, в общем, поверьте, 7526 лето. Впереди развязка. Кстати, движение, которое возглавляет Евгений Федоров, называется «Национально-освободительное движение». Значит, проводится работа по внедрению на обучение буквица и образные языки. То есть это то, чем пользовались наши предки, наши славные предки.
Ну вот, проехали развязку. Осторожно, дети. Я думаю, ограничение 90. По времени совпало. Что-то мне не понравилось в салоне. Наверное, опять видеорегистр, этот навигатор отцепился, питание не поступает на навигатор. Разъем питания. Слева и справа по ходу движения горы. Слева по ходу движения водохранилище Айское. Впереди река Ай, ну небольшая. С левой стороны по ходу движения, ну, далеко, километра, может быть, 3-4, река Балашиха. С левой стороны также на удалении примерно, может быть, 3-5 километров с левой стороны по ходу движения проходит железная дорога. Ну вот проезжаем, наверное, слышали, комментарий мой такой был, не знаю, совпадет или нет по времени с картинкой. Железная дорога, которая проходит, я уже говорил, с левой стороны по ходу движения, недалеко находится станция Хребет. За ней, ну, примерно в нескольких километрах, там 3-4 километра, но дорога железная идет извилисто, по прямой примерно вот 3-4 километра, Сыростан. Далее, совсем далеко, город Миас. В Миас я не заезжал, чтобы не терять время. Обошел его стороной. Вот здесь у меня произошел такой случай. Подъехал, стоит стелла, кстати, надпись «Азия». Ну, поближе подъеду, можно будет рассмотреть.
на заправке подъехал, значит, бак был у меня пустой примерно на 3/4. Вот отдал деньги, 1000 рублей, ну, до полного бака. Залил бензин, посмотрел на колонку, показывает 1000 рублей. Ну, то есть на всю сумму вроде бы заправился. Далее, что произошло? Сев в автомобиль, не посмотрев на прибор, на уровень топлива на приборной доске, тронулся. Проехав некоторое расстояние, бросил взгляд и обалдел. У меня было 1/4 бака, стало 1/3. Вот. Но задом сдавать было уже слишком далеко, поэтому выбрал место, развернулся и снова приехал на заправку. Девушка-заправщица говорит: я, говорит, вам кричала, вы не услышали, уехали. У нас, говорит, колонка, ну, временами барахлит. И некоторые, подъехав, заправившись, не убедившись в том, что нужное количество бензина залили, уезжают и не возвращаются. Ну, я вот из тех, кто вернулся. Ну, во-первых, и деньги жалко, а во-вторых, где дальше заправляться? Ну, в общем, вернулся, она долила недостающее количество. На оставшуюся сумму залила бензин. Ну и дальше я тронулся со спокойной душой. Так что на заправке нужно проверять не только, сколько бензина, сколько топлива залито в бак, но и проверять на панели приборов. Это уже я ругаю. Полбака бензина. Вот, подъехав, сколько я увидел, что вот такая произошла ситуация. Так что можете запомнить эту стоянку, вернее, эту заправочную станцию, забейте координаты. И чтобы не попасть в ситуацию, как вот, например, попал я, будьте крайне внимательны. Вот отъехал бы я на, там сколько, ну, на 50 километров, конечно, бы не стал возвращаться уже. Вот такой произошел казус. Дальше по ходу движения, ну, далеко нет ни населенных пунктов, ни каких-то поселков. То есть дорога проходит между... Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Между... Ограничение 90. Далеко речка называется, река называется Первая речка. Будет мост через нее.
правой стороны по ходу движения она идет параллельно трассе. С правой стороны по ходу движения. Ну вот автомобиль, который собрал за собой хвост, сошел на обочину, пропустил колонну. Молодец. Перевал через Уральские горы. Двигаюсь в сторону Челябинска. Полотно дороги на перевале хорошее и отличное. Ну, дальше будут, конечно, небольшие ремонтные работы. Дорогу будут ремонтировать, расширять, строить. Вот, ну, по крайней мере, пока вот претензий, вопросов у меня к дорожному полотну нет. Далее по ходу движения, ну, далеко впереди, поселок Родничок или там Пионерский, или там Пионерский лагерь для детей. В общем, вот такое что-то. Достаточно много санаториев для детей, для взрослых. Есть ведомственные санатории, есть общедоступные, если я правильно понимаю. Это будет с левой стороны по ходу движения, ну, примерно через пару километров, наверное. Так, с левой стороны по ходу движения санаторий «Золотая долина». Вот только что проехали поворот. С правой стороны садовые участки «Бызгун». Кстати, вот «Золотая долина», санаторные, наверное, как он назвать их, санаторные, много озер, небольшие озера, ну и река, которая в нее впадает.
Напомню, что двигаемся по трассе М5 на границе с Челябинской областью. Семерка влилась в пятерку, то есть М7 на развороте, значит, перешла в М5 и двигаемся в сторону Челябинска. Вот, как, наверное, слышали, до Челябинска порядка 80 километров. Челябинск. Не слышал, что сам сказал. Так, в Челябинск заезжать не буду. По обводной. С левой стороны сейчас санаторий «Любитель». Ничего особенного, примечательного пока по ходу движения не вижу. С правой стороны, примерно в километре от трассы, какое-то безымянное озеро или водоем. Но за деревьями, конечно, его не видно. Сейчас проехали поворот направо был. Ну, там какой-то небольшой населенный пункт. Что это такое, я не знаю. Вижу, что там огромное озеро. Огромное озеро. Я бы назвал его мечтой рыбаков. Или рыбацкий рай. Ну, имею в виду те, кто ловит на удочку. Вот сейчас не видно, там был за фурой поворот направо. Вот такой съезд на грунтовку. Он тоже ведет к этому поселку. С левой стороны впереди поселок Боровое. С левой стороны по ходу движения. Там проходит река Каелга. Каелга. Там же шикарное место для рыбаков. В общем, великолепное место для рыбаков, там, я не знаю, вообще на берегу озера отдохнуть.
Ну, вот как, по крайней мере, наблюдаю на карте. Недалеко впереди будет левый поворот, вернее съезд на грунтовую дорогу, которая поведет река Каелга, населенный пункт Поста озера. Не знаю, почему такое название. Река Каелга и населенный пункт небольшой Поста озера. С правой стороны впереди через несколько километров травники, населенный пункт. Там будет развязка и можно вот попасть в населенный пункт травники. Так, травники остались справа по ходу движения. Далее впереди, не знаю, насколько это совпадет с реальной картинкой. Будет развязка. Развязка и поворот на Чебаркуль. Знаменитый тем, вот этот Чебаркульский метеорит, известный на весь мир. Вот где-то в этом регионе, в этом районе, ближе, дальше, не знаю. Вот, засветился и прославил город Чебаркуль этот метеорит. Но это с левой стороны. Чебаркуль по ходу движения, наверное, на указателях это можно будет прочитать. Поскольку у меня кадры, ролики 10-минутные, то я вот пытаюсь примерно привязать это к местности, к месту. Но могу немного ошибиться. Вот ту развязку. Впереди опасный поворот. Ограничение 30. Ну вот это как раз развязка. Как раз вот то место. Ну, развязка, где вы можете уйти, повернуть на Чебаркуль. Чебаркульский метеорит. Вот этим знаменито вот это место. Интенсивность движения средненькая. Вот это перевал. Вот проехали знак, наверное, на картинке, на видео это заметно будет, можно остановить, прочитать. Желтая обочина. Вот это приближение к месту развязки. Вот она сама развязка, не знаю, совпадет аудио с картинкой или нет.
Досада. Очень досадно. Несколько минут видео потеряно. То есть по ошибке, видать, нечаянно. Я отключил, сам того не желая, видеорегистратор. Сейчас находимся на объездной дороге Челябинска. Объезжаем Челябинск. С левой стороны по ходу движения сам город Челябинск. Как получилось, что отключил видеорегистратор, трудно сказать. Может быть, пытался его развернуть в сторону, снять панораму и нечаянно задел. Ну, в общем, такая досада. Объезжаем Челябинск и берем курс на курган. Кстати, на объездной кургана можно найти места, где остановиться на ночевку, на привал. Эфир 15-го канала не очень оживленный. Да, расстроило меня то, что вот, ну, бог с ним. Впереди плохая дорога, ограничение 40. С левой стороны проехали населенный пункт Вознесенка. Ну, закат, солнце идет, клонится к закату. Да, это опять меня подвел навигатор. Опять разъем, опять вот эти неудобства. Должен сказать, что в эту поездку мне много неприятностей доставил навигатор. Справа по ходу движения озеро Рыбное. Слева по ходу движения озеро Синеглазово. Одноименный населенный пункт Синеглазово. Продолжение следует...
Вот дорога от Челябинска до Кургана была просто отвратительная. Вот уже можно констатировать, что дорогу в большей части уже сделали. Она в хорошем и отличном состоянии. У меня всегда вызывало, ну, не очень приятное чувство, когда знал, что приближаюсь вот к этому участку от Челябинска до Кургана. С правой стороны по ходу движения поселок Заозерный и озеро там же Половинное называется. Справа по ходу населенный пункт Заозерный, озеро. На берегу озера Половинное. Не знаю, почему такое название. Открытая местность. Лесостепь, наверное, называется. Ну, степь, одним словом. Интенсивность движения невысокая. В основном автомобили движутся колоннами. Несколько лет тому назад, двигаясь по этому маршруту вот от Челябинска до Кургана, где-то посредине у меня ушел в аварию видеорегистратор Акинори. Он очень чувствителен к температурному режиму, и по всей вероятности солнце было в лицо, уже в конце дня было. Он нагрелся. Или полдень уже, точно не помню. В общем, нагрелся видеорегистратор Акинори и вышел в аварию. Пришлось устанавливать другой видеорегистратор. И я уже мысленно попрощался с Акинори. Вот. Как вдруг утром включил его и был сильно удивлен, когда увидел, что он заработал. С левой стороны по ходу движения озера Курлады. С правой стороны поселок Октябрьский и Севастьяново.
Далее, через несколько километров, будет развязка на город Копейск. Достаточно много озер с правой стороны по ходу движения. Впереди плохая дорога. Ограничение 60. Озеро Горькое, озеро Черное, озеро Триустан. Ну и другие озера. А с левой стороны, я уже говорил, озеро Курлады. А за ним, значит, город Копейск. Темнеет достаточно. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. А ну вот, я делюсь информация, что несколько лет назад дорога вообще была никакая. Но сейчас ее привели в божеский вид. Далее по ходу движения озеро Третье, озеро Второе, озеро Шелюгино. С левой стороны по ходу движения. Ну, это была когда-то, видать, плохая дорога. Ее давно уже... Ну, как давно? Ну, отремонтировали по состоянию на сегодня. Впереди поворот налево, это к станции железной дороги. 2121 километр, станция Козырева, 2126 километр. Далее переезжаем эстакады через железную дорогу. Вроде бы эстакада, сейчас уже не помню. С левой стороны поселок Озерный. Там же рядом озеро Четвертое. С правой стороны по ходу движения населенный пункт Козырево. Ну, в общем, участок дороги от Челябинска до Кургана в достаточно приличном состоянии. Солнце клонится к закату. Уже задумываюсь о том, где бы остановиться на привал. На ночевку.
Далее, значит, развязка. Развязка, на которой возьму вправо в сторону кургана, прямо поселок Мирный, слева поселок Озерный. Ну вот примерно как-то так по обстановке. Это ближайшие там, ну, 3-5 километров, наверное. Впереди, примерно через 5 километров, такой не очень крутой правый поворот и развязка. Поселок Мясское, Мясское. С левой стороны сейчас по ходу движения примерно в 3 километрах населенный пункт Ильино. Инфраструктура достаточно развита, имею в виду и места для отдыха, и заправки. Днем достаточно интенсивная торговля идет, но я не перестал покупать, потому что однажды взял и убедился, что это не, ну, не наши яблоки, не наши груши были. Они были завезены из Турции. Ну и предприимчивые люди, значит, организовали торговлю турецкой продукцией вот здесь на трассе. Да, красивые с виду, вот, но вкус никакой. Очень много продают турецкой продукции, но я уже наученный горьким опытом прошлых лет, тут ничего не покупаю. И вот на границе Челябинской области, Челябинской и Курганской областей, на границе, заранее говорю, что остановился на ночевку. Хорошее место, хорошее место. Мне нравится. Я уже говорю, что там останавливался уже один раз. Вот второй раз, значит, в этом убедился. Хороший буфет. Очень аппетитная закуска, еда. Достаточно низкие цены. Ну, сами посмотрите, запишите координаты, кому нужно. То есть там можно остановиться, можно хорошо покушать. С левой стороны по ходу движения примерно через 3-4 километра озеро Катай, с левой стороны, с правой стороны
озеро Чучкалы и озеро Соломатка. Там же находятся и железнодорожные станции. Железнодорожная станция Чернявская, населенный пункт Канашово. Ну, будет развязка. Не развязка, а правый поворот. Что-то пытаюсь трындеть в салоне автомобиля, но это можно будет услышать и послушать, просматривая полное видео без ускорения. Повторю, что аудио будет оригинальное. Населенный пункт Канашово, наверное, правильно так сказать. Быстро темнеет. Ну как быстро? Давно уже темнеет начало, но движение еще вполне комфортное. Ну вот уже совсем потемнело, вот видно, что асфальт черный, не отражает света фар, и двигаешься, ну, совершенно не видя дорожного полотна. Двигаться вот в темных условиях, ну, это чревато, тем более вот с таким дорожным полотном. Все черным-черно, фонарей нет. Вот это вот одно из неудобств, когда приходится двигаться в таких условиях. Интенсивно начинаю присматривать место для привала. И как уже говорил ранее, что на этом месте я останавливался, уже ночевал. Дело было, по-моему, летом. Вот тогда были комары, но не очень много. Не то, что в Тюменской области. Вот в эту ночевку комаров вообще не было. Там же можно принять душ, постирать белье. Туалет бесплатный, горячая холодная вода, стиральная машина. Ну, конечно, может быть, красит, звучит красиво, но на самом деле стиральная машина старенькая, вот, два рукомойника,
Ну, скажем так, люди стремятся к цивилизации, к комфорту, что ли. Вот. И что можно, то они делают. Кстати, услуги, вы поняли, какие, тоже тут предлагают. На этом я заканчиваю комментировать 10-ю серию. Начинаю приступать к обработке 11-й серии. Всем пока!